Международная федерация гольфа допустила спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Международная федерация гольфа, IGF, заявила, что российские и белорусские спортсмены могут вернуться к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных лиц. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Рейтерс. Международный Олимпийский комитет, МОК, ввел санкции против России, и ее союзника Беларуси после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Настольный теннис, пятиборье, фехтование, дзюдо и тхэквондо входят в число олимпийских видов спорта, которым были допущены спортсмены из этих двух стран. МОК не принял решения по поводу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, и в связи с этим, Совет IGF откладывает любое решение по их участию в олимпийских соревнованиях по гольфу, говорится в заявлении IGF. Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта. Кроме того, президент Международного Олимпийского комитета, Томас Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.